Несмотря на высокую занятость, чтобы поприветствовать членов новой антинаркотической комиссии, заседание посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Тематика нашего сегодняшней встречи, совещания понятна. Это антинаркотическая комиссия. Мы прекрасно понимаем, что в рамках деятельности различных ведомств, будь то в полиции есть целое подразделение, там, в управлении образования возложены какие-то функции в этом смысле. Но и также прекрасно понимаем, что и беда, и, соответственно, усилия наши, они должны быть общие, потому что и спрос, и результат тоже должен оказаться общим. Соответствующее постановление о формировании нового состава антинаркотической комиссии в Ленинском городском округе было подписано 27 мая. Состав комиссии собрался, чтобы выработать план работы в текущих непростых условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции. На эту тему отчитались представители различных управлений муниципалитета, в том числе культуры и образования. Во всех образовательных учреждениях проходили интерактивные занятия по первичной профилактике потребления наркотических психотропных веществ. В течение года традиционно проводится районная профилактическая акция «Молодежь за здоровый образ жизни», в рамках которой проходят спортивные соревнования, просмотры фильмов с последующим обсуждением обязательно, конкурсы стен газет, плакатов, рисунков, конкурсы молодежной социальной рекламы, конкурсы роликов, викторины, беседы, диспуты. Член антинаркотической комиссии Олег Федоров поднял тему информирования населения о вреде употребления наркотиков. По его мнению, это поможет искоренить проблему, а значит и избавиться от наркодилеров. Необходимо освещать в СМИ все случаи задержания распространителей наркотиков. Если задержали, вот, как вы говорите, 18-летних, вот надо показать, чтобы каждый в школе 17-летний сказал: «Ох, ты не дай бог, я сейчас займусь этой историей, меня по телевизору покажут, меня в тюрьму посадят, и на меня отвернутся все мои друзья, да, и родственники, что называется, будут пальцем тыкать». И дай бог, чтобы хоть какой-то процент мы, да, задержали увлечение молодежи в распространении либо в употреблении наркотиков. В целом, по сравнению с другими муниципалитетами Московской области, ситуация по округу удовлетворительная. Но этого недостаточно. Распространение и употребление наркотиков нужно искоренять полностью. Так считают члены нового созыва комиссии, и они намерены упорно работать в данном направлении. Жизнь, к сожалению, в данном случае вносит свои коррективы, да, и, конечно, вот такой тесной работы, ну, с учетом того, что есть ограничения, как бы, да, ее как бы там не получается, поэтому приходится работать где-то на удаленке. Интернет был наш самый главный помощник, да, соцсети. Это направление, оно, мне кажется, основным, и оно будет поддерживаться. Просто как бы расширим уже чуть шире, выйдем за рамки этого. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.